Он встал с кровати и с трудом, передвигая побелевшие, отечные ноги, испещренные сетью вен, побрел в мастерскую, где, к счастью, было пусто. Трое его домашних ушли вниз, в гостиную или кухню, как только убедились, что он уснул. Нет, он пришел сюда не смотреть картину. Он пришел лишь за тем, чтобы обмануть себя безумной надеждой. Ему казалось, что если он встанет там, где стоял в тот вечер, он сумеет опровергнуть бесповоротное и вновь почувствовать себя в отчаянных объятиях сына. Между ним и черным отвращением, которое грозило превратить в соблазн каждый нож, каждое окно верхнего этажа, каждый пузырек со снотворным, стояло только одно – надежда вынести из всеобщего крушения эту вовеки незабвенную минуту, когда Титус обнял его. Рембрандт сел на стол и почувствовал, что ему страстно хочется написать все, как было. Сына и себя самого с печатью обреченности на лицах, прижавшихся друг к другу на грани смерти. Он уже представлял себе каждую деталь. Перед ним вставал и образ только что погибшего сына с его исхудавшими руками и большими лихорадочными глазами, и свой собственный опустошенный образ, отраженный в зеркале. Но разве это можно написать? Написать это значит совершить в глазах окружающих такой же постыдный поступок, как прогулка нагишом по улице. Кто бы, Арт, Корнелия или Тюль, не увидели это, все с полным основанием заключат, что скорбь помутила его рассудок. Если он хочет написать это спокойно, не приводя в ужас семью, не вызывая у домашних опасений и не вынуждая их к унизительным заботам о нем, ему нужно преобразить это. Блудный сын, да-да, именно так, он скажет всем, что пишет «Возвращение блудного сына». В тот же вечер служанка разыскала для него соответствующее место в Евангелии от Луки, и он долго сидел у горящего камина, снова и снова перечитывая текст, потому что слова Писания, и не столько слова, сколько их торжественный ритм, становились в его отупленном, полудремотном мозгу яркими, сочными тонами, трепетным алым, белым с примесью земли, полосой чистого желтого, охрой, рыжевато-коричневой, как львиная шкура и кое-где тронутой пятнами золота. На другой день он попробовал взяться за наброски, но у него ничего не получалось. Рука дрожала, образы расплывались в мозгу, бумага затуманивалась перед больными глазами. И художник поневоле отложил рисунок в сторону, сказав себе, что слишком поторопился. Потом он увидел Корнелию, которая отчаянными усилиями воли заставила себя взяться за повседневные дела. И вспомнил избитую поговорку о том, что утром после похорон еще тяжелее, чем на похоронах. Глаза у девочки покраснели, запавшие щеки покрылись пятнами. Она то и дело подносила руку к голове и закусывала нижнюю губу. Она отправилась наверх, чтобы основательно прибрать в отцовской спальне и хоть чем-то отвлечься. Рембрандт последовал за ней, но когда он вошел в комнату, Корнелия не работала. Она опустилась на колени у постели, а щетка и полное ведро стояли рядом. Голова ее склонилась, лицо было скрыто распущенными пышными волосами, а руки, такие же круглые, смуглые и красивые, как у матери, широко раскинуты на покрывале. «Довольно, дитя мое», — сказал художник, — «слезы не помогут». «Я не плачу, отец». В подтверждении своих слов она подняла голову, повернула лицо, и Рембрандт увидел, как сухо блестят темно-карие глаза. «Я только думаю, знал ли Титус, что я любила его?» «Конечно, знал. Не мог не знать. Пусть тебя это не тревожит», — успокоил он. «Но откуда он мог знать? Ведь я так отвратительно относилась к нему». «Ну, неправда». «Нет, правда. И ты сам знаешь это. Вспомни день, когда он был здесь с герцогом. Если даже он думал, в чем я сильно сомневаюсь, что ты настроена против него, то, несомненно, понимал, почему. Он понимал, что ты сердита на него из-за меня или просто ревнуешь. Зачем он ушел от нас и зажил своей жизнью? И он понимал, что ты любишь его.
иначе бы ты и не ревновала, и не злилась. Ты в самом деле так считаешь, отец? Или только пытаешься успокоить меня? Конечно, считаю. Послушай, Корнелия, когда я был молод, я наговорил своему отцу ужасные вещи и думал, что это навсегда оттолкнет его от меня. Но ничего не случилось. Он понимал, что я люблю его, и я знал, что он понимает это. Любовь – такое чувство, которое нам не скрыть, как бы мы ни старались. После разговора с Корнелией Рембрандт уже совсем по-другому представил себе свою будущую картину. Он не станет так ужасно торопиться с нею, и она будет свободна от прежней всепоглощающей горечи. Теперь примирение с сыном предстало быть для художника чем-то единичным, неповторимым, одиноко существующим в пустоте Вселенной. Он не мог думать о нем, не вспоминая о той ночи, когда, вернувшись домой после блужданий по дюнам и увидев при свете лампы печати смерти на лице Хармена Харриса, упал на грудь отцу, попросил прощения и был прощен. Еще вчера после похорон он знал, что картина должна сохранить торжественный ритм притчи и содержать в себе определенные тона. Чистую охру, неуловимый желтый, живой красный и смешанный с землей белый цвет умирающей плоти. Теперь понимал он также, что ему предстоит выразить в ней извечный цикл – бунт и возврат, разрыв и примирение. «И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим», – повторял себе Рембрандт. «Как я погрешил против отца своего, и он простил меня, так сын мой погрешил против меня, и я простил его». «Еще одна большая картина, учитель?» – спросил Арт, когда Рембрандт велел ему отрезать и натянуть холст, и на лице Дордрехта выразилось плохо скрытое изумление. Только нечто вроде сыновней преданности удерживало его в этом отмеченном несчастьем одиноком доме, где он трудился, как последний слуга. Он явно надеялся, что семейный портрет будет последней работой его учителя. «Да, блудный сын, я уже сделал несколько набросков отца и молодого человека. Фигур будет всего двое, только эти? Нет, еще другие, целых четыре. Насколько я представляю себе сейчас, это просто зрители стоят, смотрят и не понимают, в чем дело. Зачем вы водите их, чтобы заполнить второй план? Отчасти. А главное, для того, чтобы показать, что когда происходит чудо, этого никто не понимает. Значит, фигуры будут грубыми, учитель? Может быть, даже гротескными? Никогда не видел, чтобы вы писали такие». «Нет, я задумал не гротеск. Напротив, фигуры, как я мыслю их, будут выглядеть очень достойно. Нельзя превращать человека в карикатуры только за то, что он не понимает чуда. В противном случае оно не было бы чудом». Художник повернулся к юноше спиной и осмотрел свои запасы красок. «Завтра тебе придется сходить за охрой и киноварью», — сказал он. «Разумеется, схожу, учитель. Я вернусь, когда вы еще будете спать. А вы включите в картину что-нибудь свидетельствующее о присутствии божества, например, ангела или бога, который взирал бы на сцену, притягивая к себе весь свет». «Да ни в коем случае», — нетерпеливо и презрительно отрезал Рембрандт. «Ты прожил со мной 6 лет, видел все, что творилось здесь, и знаешь меня. Как же ты мог подумать, что в моей картине найдется место для чего-нибудь подобного?» Работал он над картиной безмятежно и неторопливо. Она все время менялась. Менялась в его мозгу в первые месяцы траура. Менялась и теперь под его кистью, только еще более решительно. И если ни один из 3 домочадцев Рембрандта не узнавал Титуса в фигуре, которая покаянно упала на колени перед стариком, то в этом не было ничего удивительного. Грубая земная телесность, что была в нем самом, перешла в облик кающегося сына, но затем и она исчезла и превратилась в само страдание, воплощенное в образе человека на колени. Остриженная голова, лохмотья, по непонятной причине великолепно выписанные охрой и золотом, одна нога босая, другая в сандалии с почти отлепшей подошвой, лицо смутно выступающее из тени, прижатое к телу отца,
которая поддерживает пришельца, и выражающая усталость, смятение и почти блаженное чувство обретенного покоя. Но если Сэм претерпел больше изменений, чем мог припомнить сам измученный художник, то что было говорить об отце, который с первых же положенных на холст мазков уже не был ни Рембрандтом, ни Харманом Харрисом. Отец был стар, гораздо старше, чем сам художник, чем мельник из Лейдена, чем патриархи, чем, может быть, даже само время. Глаза у него по той же необъяснимой причине, которая заставила мастера выписать лохмотья золотом, были слепы. Тем не менее фигура, которая изумленно склонилась над блудным сыном и любовно ощупывает его, отличалась приглушенным великолепием, безмолвной торжественностью. На морщинистом лбу и опущенных ресницах старика лежал свет. Свет сиял на его бороде и бормочущих, искаженных жалостью губах. И руки его вливали в юное тело, которое он осязал сквозь сияющие лохмотья все, что один любящий человек может чувствовать к другому. Сострадание, прощение, неизмеримую заботливость и преданность. Блудный сын стал чем-то большим, нежели Титус и он сам.